Всем привет! Видео около подоконника, сайт Дом Пряжи. Сегодня хочу показать хлопки. Хлопки все имеют разную структуру нити. Вот я вам подобрала три цвета, три разных марки, разных фабрик. У них очень похожая крутка. Показываю поближе. Она вот такая чуть, даже не знаю, винтовая что ли. Она придает жесткость хлопку, но вязать очень комфортно. Это хлопок Филмар. Показываю, Нилов. Цвет такой крем. А этот хлопок я бы цвет назвала как серый жемчуг. Это Мелькатони Супервош. Вот видите, да, похожая крутка. Это чуть потолще, это чуть потоньше. И вот такой замечательный, такая бледная фуксия, розовый, розовый коралл. У всех на экране по-разному отображается. Это Пече Филати. Софтер. Пряжа — это очень комфортное вязание. Я бы вязала такую в две нити, крючком двоечка. Мой любимый крючок. Всем приятного вязания!